6 новеньких автомобилей и даже квартиры комфорт-класса. Все это еще и не полный список призов, которые будут разыграны среди красноярцев. Уже на этих выходных стартует викторина в честь 90-летия региона. Какие подарки подготовили для участников и что нужно сделать, чтобы получить шанс их забрать, расскажет Дарья Морева. Вот так плавно и почти бесшумно новенькая «Лада» отправляется тестировать заснеженные дороги. Совсем скоро она и еще 5 отечественных красавиц обретут своих хозяев, победителей викторины. Причем разыгрываться внедорожники будут сразу в двух цветах – белоснежном и темно-зеленом. И даже имя новеньким машинам дали созвучное – «Нива-легенда». Стоимость такой «Ласточки» в классической комплектации стартует от 830 тысяч рублей. Но шестерым счастливчикам она достанется совершенно бесплатно. «Нива-легенда» – это современный, проверенный временем внедорожник, который за счет своего высокого дорожного просвета постоянного полного привода позволяет не только использовать его на бездорожье, но и также автомобиль актуален и в городе. Помимо отечественных внедорожников, в викторине будут разыгрываться и другие, не менее интересные подарки. Например, целых 3 квартиры в одном из новеньких жилых комплексов. Также участники могут выиграть модный смартфон, беспроводные наушники или умную колонку. Всего в розыгрыше участвуют больше 120 различных призов. Такую интересную викторину в Красноярском крае проводят уже второй раз. Мы уже дважды проводим такую викторину. И положительный хороший опыт проведения такой викторины в 2020 году. То, что люди выиграли у нас в то время и квартиры, и автомобили, и смартфоны, посчитали, что 90 лет со дня создания и рождения нашего края – это очень хороший повод провести еще раз такую викторину. Принять участие в такой викторине может любой желающий, кто уже достиг 18-летнего возраста. Необходимо обратиться к активистам вблизи избирательных участков с 15 по 17 марта. Они дадут бланк с 5 несложными вопросами про историю, места и известных личностей края. Заполненный лист остается у активистов. Корешок от бланка с номером у вас на руках. А дальше остается только ждать результатов. И многие красноярцы планируют испытать удачу. Ну, я считаю, что нужно всем принять участие. Всем, всем, всем. А что хотели бы выиграть? Квартиру, машину? Хоть смартфон. Рада буду. Можно было бы выиграть, конечно. Не мешало бы мне и квартиру для сына. Ну, и машина не помешает, в принципе. А почему решили участвовать? Да, просто как бы интересно свои шансы испытать. Подведение итогов викторины начнется уже на этих выходных и будет идти 3 дня подряд с 16 по 19 марта. Узнать результаты можно в утреннем эфире краевого телеканала. Дарья Морева, Валерий Чащин, 7 канал.